Конечно, у меня порой жесточайшая ностальгия по советским временам, потому что я родился в первой половине 70-х годов и, естественно, значительную часть времени прожил в те годы. И, конечно, в них было свое очарование в этом времени. С другой стороны, я отдаю себе отчет, что возврата к этому нет и быть не может. И присоединение Крыма никоим образом, на мой взгляд, не может явиться каким-то сигналом или предпосылками к возрождению Советского Союза. Нет.